Расскажите вашу историю, которая с вами приключилась вчера на вечере талантов. Обязательно с вами сейчас поделюсь. Я эту историю рассказывала, мне кажется, уже многим людям. И, возможно, кто-то услышит ее не впервые. Но история такова, что на вечере талантов у меня возникло желание подарить всем участникам танец фламенко. Это постановочный танец. Но, к сожалению, я не знала о том, что будет возможность участия на этом вечере. Не знала о том, что она организуется в рамках фестиваля. Поэтому не взяла с собой ни костюм, ни атрибуты. И подумала, что, ну, значит, не судьба. Потому что в обычной юбке и без всех атрибутов станцевать, ну, просто невозможно было бы передать энергетику танца. Но с помощью веры в Господа, с помощью некоторых участниц нам все-таки удалось собрать мой образ и передать те эмоции, которые я проживаю в этом танце. В конце вашего танца даже сработала пожарная охрана. Это было здорово. Спасибо вам. Спасибо.